там? Для соседа. А что вы хотели? Уберите воду. Какую воду? Которая льется на крыльцо. К сожалению, не могу убрать, потому что я сдаю анализ на грибок. Мне сказали, что по фасаду идет грибок, я его смываю. К сожалению, нет. Я не собираюсь здесь в грибке задыхаться. Вот будет анализ санэпидемстанции по нашему дому 9В. Тогда я уберу воду, а так я ничего не уберу. И ко мне стучаться не надо, Геннадий Александрович. Я сейчас полицию вызову. Я сейчас вызову полицию, ко мне стучаться не надо. Ко мне стучаться не надо. Что значит вы меня кричали? Вы могли бы взять телефон. Вы могли бы взять телефон и позвонить мне по телефону, нормально. А вы могли бы позвонить мне по телефону, Геннадий Александрович. Позвонили бы мне по телефону. Вот когда я сдам анализ, что это не грибок по фасаду, тогда уберу. Я не собираюсь здесь задыхаться в грибке, как Максим полицейский. Он сказал, что у него грибок и внутри, и снаружи. Я буду сдавать анализ, я это смываю, потому что я здесь живу постоянно. И я не собираюсь здесь задыхаться в грибке. Так что вот, и мой, я фасад моего эллинга. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, обратитесь в специальные органы. И стучаться ко мне не надо. У вас уже здесь еще вода. Прихожу. Вот когда будет анализ санэпидемстанции, что это не грибок, тогда я смывать это не буду. Все, разговор закончен. По всей стене. У полицейского и внутри, и снаружи весь эллинг в грибке, он мне сказал. Что сказал? Максим, который проживает в 22-м эллинге, мне сказал, что у него внутри грибок и снаружи весь его эллинг в грибке. Поэтому я в глобальном шоке. Я здесь живу постоянно уже год и плохо себя чувствую. Поэтому я смываю вот эту гадость, которая идет по всему дому. А мой фасад я покрасила противогрибковым специальным средством и внутри, и снаружи. А чего же вы это здесь? Вот весь дом. Весь дом в грибке. Вот весь дом, посмотрите направо. Направо весь дом в грибке. Вот весь дом в грибке, и он летит ко мне в окна. Поэтому я смываю. Вы еще хотите, чтобы она еще хуже была, да? Нет, не хуже. Я смываю, потому что я не собираюсь задыхаться вот от этого грибка. Вот когда я сдам анализ на эту гадость, он живет, он приглашает я знакомых. Сейчас проходите здесь, я смываю, я ничего не знаю. И я перед своим эллингом это мою. Так что хотите, простите, делайте. И стучаться ко мне не смейте. Я вызову полицию, если вы будете еще ко мне стучаться. Все, до свидания. Александрова Татьяна Юрьевна, сегодня у нас 29-е. Сегодня у нас 29 мая 2018 года. Вот. Александрова Татьяна Юрьевна, это был мой сосед, ходит и треплет нервы. Вот ходит и треплет нервы. Александрова Татьяна Юрьевна. Сейчас сколько у нас времени? Надо посмотреть, сколько времени. Вот. И стучится ко мне. Чуть дверь не сломал. Вы слышали? Чуть не сломал мне дверь. Вообще хулиганит. Как говорит, я здесь не живу, а я должна задыхаться. Это сказал внутри, снаружи грибок. Он здесь живет, а я здесь живу постоянно. Что я тут должна в этом грибке? Вот я и смываю. Пусть дадут анализы. Вот так что вот так вот, по всему фасаду. Вот такие вот дела.